Юля, смотри, у Миланы и у Ани по 50 очков. У тебя 20, у Гришки 34. Ой, как хорошо! Хорошо! Я 50 очков. Юля, попала что ли? У нас время скоро. Уверена, что это время. А во сколько мы уже 10 начали? Во сколько мы начали? 10? Вот, сколько мы начали? 8 минут. Я думал, это осталось. Нет. Мы же в 10 ровно начали, да? Я не знаю, что это начали. 10. Мы что, за телефон опадем? Можешь что-ли? Аня, сейчас твоя очередь, бегом. Давай. О, пробегу. Милана катается, сейчас сдохнет от этого. Аня сейчас кидает. Инструменты. А? Нет, конечно, это же не твое, ты что, это не разрешает. На инструментах можно поиграть. Нет. А я так. Столько надежд на тебя, Аня. Хорошо! Мурат, у нас все хорошо. Милана. Смотри, как она бросила. Смотри, все. Ошалеть. Чуть страйк не... Все она сбила. Она страйк? Она страйк сделала. Видишь, сразу я бью. У нее сколько баллов? Какие она страйк сделала? Сейчас она еще раз пошла кусать. Нет, у нее есть страйк. Нет, можно попереду пойдем. Аня. Аня страйк сделала. Вот так надо набить. Догоняй, Перишка. У Ани был. Все, закончилось. А, нет. Набирает оборот.
кидай. Пускай они оба два удара свои делают, я прям говорю, хорошо, что прям. Давай, Милана, сюда, Милана, сюда. Юля уже! Как ты не
лежать-то? Пусть она будет. Не закрывай. Можно не буду лежать? Давай я тебя подержать. Ну, короче, ребята, сейчас кидает Люля. Юля, то есть, как вы слышите, мои... Короче, она кидала мимо. Теперь ты будешь кидать. Ну, короче, говори, короче, Милана не первая кидает. Кидай. Да-да-да. Да-да-да. Ну, короче, я сейчас буду кидать. Две попытки. Давай-давай, тебя ждет уже. Слушай, много у них, да, дороже. Я еще думаю, как так, да? Свободно попалась. Я еще одна попытка. Нет. Аня убежала. Она танцевать, наверное, ушла. И завтра, когда парад не идет? Наверное. Нет, еще, наверное. Мне так лень на работу ехать, расписываться. А как сейчас заехать нельзя будет? Не, можно будет. Я имею в виду, что немножко в другую сторону надо ехать. В смысле, не по пути. Надо до дома. Я кидаю одну, сейчас кто-то другой будет. Аня, ты кидаешь. Аня, ты кидаешь. Ты снимай Лану. Аня, кидала, она аккуратно. Ну что, Аня, иди кидай. Аня, кидает. Все. Аня, смотрите этот ролик до конца. Это ролик интересный в конце, мне самое интересное. Приходите сюда. У нее еще одна попытка. Так, вы знаете. Еще вот все, сейчас будем попадать в книги. Пока, смотрите видео. Thank you.
поставь. Не пройдешь. Не трогай, не трогай. Я вернулась. Я буду опять снимать ролик. Ну что, я опять пришла к вам. Я буду сейчас. А вот сейчас нас Милана кидает. Я пока больше всех. Я новый начал, я больше всех. Я кинул, а по пути нормально. Одна такая. Подожди, сейчас Милана еще кинет раз, Саня. Дай Милане пока. Дай пока Милане. А потом Ане кидай. Девочка, подними. Расползает. Да бросай уже. Давай сильнее. Давай быстрее. Голову-то не видно? Голову-то не видно твою. Аня теперь кидает. Я вернулась. Будешь до конца смотреть ролик? Не думайте, пить хотя другой ролик. Я на секундочку только... Ты посмотри, что у тебя будет там, а? Может, опять страйк будет? Сейчас уйду. Не, не страйк. Сейчас я уйду, и все. Мама, зови только меня. Один раз. Еще сейчас кинешь, ладно? Мам, я еще один раз уйду, ладно? Куда ты идешь? Иди, сиди. Милана, там пять идти, страшно. Не надо ходить. Ты поняла меня, Милана? Доча, что ты промазала маленько? А, не слушайте вообще, да? А, я тут только техню забыла. Кидать моя мама. Видите? Посмотрите, как она сейчас будет кидать.